В северном Казахстане есть риск подтопления сел в пойме реки Есиль. Об этом глава региона сообщил во время рабочей поездки в район Махжана-Жумабаева. Там Кумар Аксакалов проверил готовность служб к возможному паводку, а также проинспектировал строительство молочной фермы и многоэтажки. Что еще изменится в этом году в жизни жумабаевцев, расскажет Айгерим Мукашева. Эти 240 коров каждый день дают 3,5 тонны молока. Удой сдают на завод маслодел по 190 тенге за литр. Такая цена оправдывает все затраты, говорит директор фермы. Сейчас молочный комплекс в селе Полудино расширяется. Планируют, что на ферме будет 1500 коров. Еще один молочный комплекс строят сейчас в селе Жастар. В июле начнут завозить оборудование, а в сентябре – поголовье. С последним не обошлось без сложностей. Планировали симментальскую породу. В связи вот с ситуацией на Украине, мы планировали Украине взять, и теперь будем брать белорусскую фрисскую породу. Договорились уже с компанией ТО «Айс», это город Ахтубе, 600 голов. Ученые посчитали, каждый казахстанец в год в среднем потребляет 300 литров молочных продуктов. Эта ферма сможет ежегодно давать 3000 тонны молока. Получается, каждый такой комплекс обеспечит полезным напитком 10 тысяч казахстанцев. Для развития сельского хозяйства в этом году регион дополнительно получит 20 миллиардов тенге в рамках комплексного плана. Всего бюджет области увеличится на 70 миллиардов. Это, говорит Кумар Аксакалов, больше отремонтированных дорог и построенных домов. К примеру, на месте этого пустыря в Булаево возведут многоэтажку на 45 квартир. Это двухгодичный проект, 383 миллиона тенге. Это будет у нас первое трехэтажное здание в городе Булаево. Стоимость одного квадратного метра будет не более 160 тысяч тенге. Это первый в районе дом, который возводят по линии от Басыбанка. Квартиры получат очередники, но не за бесплатно, а по льготной ипотеке. Сейчас в районе Махжана-Жумабаева 371 человек в очереди на жилье. Это тоже инструмент, который должен работать на уровне районов, не только в городе, но и в районах. Мы сейчас проверим, посмотрим, насколько этот опыт он будет удачным для того, чтобы его распространять дальше. Дорога, ремонт которой ждали всем городом. Улица Волиханова в Булаево – магистраль, соединяющая две части райцентра. Привести в порядок этот километр улицы булаевцы просили несколько лет, особенно родители детей, которые учатся в школе за мостом. Вот эта улица позволит нашим детям посещать объекты дополнительного образования тоже без всяких проблем. Вот начинается осенне-весенний период, и у нас дети двигаются в школу на велосипедах, на скейтах. И нам приятно, и детям приятно. Ее ремонт обойдется в 200 миллионов тенге. Всего в этом году в Булаево отремонтируют 8 километров дорог, а по району в порядок приведут 39 километров. На 40 улицах сделают освещение, в 13 селах улучшат водоснабжение. На все это выделили 3 миллиарда тенге. Проинспектировал глава региона и подготовку к паводку. В этом году угроз подтопления жумабаевцев нет. В чем заслуга подготовительных работ? Вывоз снега, чистка ливневок, очернение. Помогла и теплая погода. В прошлом году земля была замерзшая, и вся вода, находящаяся на поверхности, таяние снега уходила в обочину, во враги, и собиралась, уходила. Потом мы ее могли найти, и она могла выйти в любом месте. В этом году мы видим, что она впитываемость хорошая. Значит, в отдельных районах уже до 30 сантиметров сверху уже оттаяло. Оттаивание идет снизу земли и идет, значит, сверху. Вот это очень хорошо. То есть земля начинает фильтрацию. Это значительно снизило риск подтопления талыми водами, но все еще есть угроза для сел в пойме реки Есиль. Из-за теплой погоды в соседних регионах повышается уровень воды. Если будут залповые сбросы, могут пострадать села нашей области. Айгерим Мукашева, Казбек Рыкбаев. Итоги дня.